В этом видео вы получите некоторые рекомендации по использованию вашего тренажера для мышц живота Boirer EM37. Для начала откройте отделение для батареек и вставьте их. Перед тем, как надеть пояс, смочите его контактные электроды и ваш живот водой. Разместите пояс вокруг вашей талии так, чтобы электроды прилегали к вашему животу, и закрепите с помощью застежек. Центральная часть пояса должна находиться на уровне вашего пупка. Включите прибор с помощью кнопки On-Off. Программа A активируется автоматически. После определенного количества тренировочных кругов произойдет автоматическая настройка следующей программы. Чтобы выбрать вручную одну из пяти программ, нажмите программную кнопку P. Нажмите кнопку интенсивности вверх, чтобы постепенно увеличивать интенсивность, или кнопку интенсивности вниз, чтобы уменьшить ее. В данном приборе 40 уровней интенсивности, которые доступны для выбора. Для предотвращения непреднамеренных изменений интенсивности во время тренировочных сессий включите блокировку кнопок, удерживая кнопку P на протяжении 2 секунд. Если вы хотите сделать паузу во время программы, единожды нажмите на кнопку On-Off. На дисплее прибора отображается информация о том, как часто вы проводите свои тренировки. Цифры, стоящие после программ, показывают, как часто вы завершаете свои тренировки полностью. Если ваша программа закончена, вы можете выключить прибор, нажав и удерживая кнопку On-Off. Со специальным набором принадлежностей вы можете подсоединить два самоклеящихся электрода к блоку управления и провести мягкую стимуляцию мышц. Это не включено в стандартный комплект набора, но вы можете заказать его в нашем отделе обслуживания клиентов. Также, пожалуйста, изучите инструкцию по использованию прибора и техники безопасности. Надеемся, что вы получите удовольствие от использования вашего тренажера для мышц живота Boirer EM37. Оставайтесь здоровыми!